Всех приветствую на моем канале. Мы сегодня продолжаем прохождение State of Decay 2 на 100 дней выживания в кооперативе. Сегодня мы с Серегой продолжим обустраиваться на новой базе и на новой карте Providence Ridge. Мы на нее переехали, потому что там произошли в последнем обновлении изменения. Мы их проверить так, как скажем, мы не могли. Но изменения очень приятные. Там поменяли текстуры поверхности земли, листьев, там освещение поменяли. Там видно, что над освещением немножко поработали. Это уже приятно смотрится. И там поработали над днем и ночью. Над правильным отображением, так скажем. То есть то, чего требовали и просили давно уже игроки, и только это на Трамблвелле криво, конечно, сделали там. Контраста подкрутили ночью. В этой карте Providence Ridge ночь уже выглядит более реалистично. Она всегда будет лунная такая, светлая, то есть более-менее все видно, и вот этих вот кромешной тьмы там нет, удачного забега, а не как в крайний раз, Страйкер. Привет, Страйкер. Да, крайний раз был не очень удачный забег. Ну, скажем так, он реально был не очень удачный. Не то, что там мы специально там поехали в этого огняляка, надо вынести 4 сердца без потери. Нам четвертое сердце, да, надо вынести сейчас без потерь. Но сегодня у нас в бой в действие вступает, так скажем, уже легендарное Серегино сообщество. Он взял самых там любимых персонажей из наследия. Ну, а что им сидеть? Уже 20 с хером какой-то день выживания. Давайте посмотрим, кстати, какой день выживания у нас. У нас 26-й день. Вот, сообщество «Свободные люди». Так вот, на 26-м дне выживания уже по барабану, какие там сообщества, ну, какие у вас люди, там надо уже реально, там на прокачку нет времени, там нужно защищаться, добывать ресурсы и выживать. Вот и все. Александр Вишневский, здорово, удачного стрима. Привет, Александр, спасибо. Привет еще раз, Данил. Спасибо, что забежали, лайкнули видос. Так вот, Сереге, сейчас мы расформируем старое сообщество, у него там 2 человека осталось, нет смысла уже им доигрывать, потому что оно такое было, как так скажем, тестовое для помощи мне. Сейчас в бой вступят уже мощные ребята, которые, в принципе, такие же, как у меня сейчас в сообществе. Поэтому мы, в принципе, не облегчаем себе игру, а просто пытаемся выжить, потому что дальше будет круче и больше. Так, еще раз, да. 26-й день, сейчас 27-й день наступит. Я думаю, к 30-му дню уже будет вообще как бы вылазки очень опасные. Нам сейчас надо забить оставшееся одно сердце, которое закрывает весь этот городок небольшой возле пожарной части. Кстати, пожарная часть очень неплохая база. Я потом поясню, почему там есть интересные постройки. Вот. Не то, что в лесопилке. Но в плане обороны она не такая. Такая себе. Вот. А так, в принципе, если ребята все заряжены, и вышка есть там, поэтому я думаю, головой хватит нам. Если ну, сильно будет тягостно, можем еще одну вышку воздвигнуть. Строителя лидера только надо взять. Но я, по-моему, сейчас строитель не брал, у меня командир. Так, у меня Рабуко. Все, быстро гляну. Так. Нам косторезом надо помочь как-то. Вот такая у нас база. Вот утро наступает. Отцвела капуста. Вот все. Надо идти собирать урожай. Надо, короче, это. Серегу приглашать, расформировать сообщество, быстренько все выкидывать, что-нибудь там есть. И идти рубить зомбарей, бить оставшееся сердце, улучшать базу, затариваться ресурсами, потому что на Providence Ridge будет все сложнее, чем намного сложнее, чем было у нас на Мегервелле, где мы проходили первую карту. Все. Возвращаюсь к Сереге и вперед. Серега. Ауч. Я тут это. Давай, я пригласил сейчас, пока посмотрю, что у меня на базе, потому что что-то тут строится у меня. А, улучшение фермы идет. У меня для этой. Для гидропонки нет улучшений, прикинь. Так-то она неплохая. Но у меня у одной было полно учебников. Не, не учебниками, а этот. Ну, понял, да? Воткнуть туда. Слот вспомогательный. Не знаю, что доставить. Короче, посмотрел, что улучшили. Да, улучшили здесь ночь. Ночь действительно тут светлее. То есть в этой карте они тоже проработали. Проработали дальние пейзажи. Да, они переработали только в основном текстуры. Нет, на самом деле ночь мне стоило бы оставить темной, но с возможностью ее пропустить, либо с каким-то, как в Дайтлайте, с какой-то изюминкой. Может, какие-то ресурсы там редкие надо вылазки делать, чтобы искать ночью.
Считаю, присоединение к сеансу идет, а ходу не присоединюсь я. Опять, да, наверное, такая херня. Код 1009. Сейчас это главное меня выйду. А что у тебя там опять? Не знаю. Ну, стрим пока вроде идет, не как в тот раз. Подожди-ка, давай, может, это не просто не смог присоединиться. Не, подожди, я перезахожу уже. Сейчас, я быстро. Дейтбрейк бессмысленен стал, да? Так. Короче, тут есть зал подготовки боевых искусств. Если я его улучшу, еще плюс 20 ОП к выносливости. Прирост ОП от выносливости будет. Ты можешь просто выносливость качать, и что? Не, не качать. Просто... Опыт, не опыт, очки. Полоска вот этой выносливости и силы прибавляется на 20 очков. Они все сильнее станут. Ты зашел? Да, сейчас пытаюсь тебя пригласить еще. Вот. Блин, тут косторезы все хотят что-то. Что хотят косторезы? Ну это хотят, они пишут, мы раньше не работали в больнице, нас там не хватает этого, того, там надо помочь нам. Надо, конечно, чего нет. Что у нас там с этими с медикаментами? 8, блин, ну вы что? Кстати, а мне тратится оно что-нибудь? Я, наверное, сделаю партию вакцины. Пригодится. У меня есть партия готовой вакцины. Пусть будет. Расформируй себя, держи, да и все. Я не расформирую. Медпункта нет? Ну, во-первых, мне нужен, по-моему, хороший медпункт. Какая разница, с другой стороны. То есть, распечатает. Я там патроны. У меня... Гранатомет с гранатами там, прикинь. О, что, всего 4 этих вакцины? А, они у меня, что ли, или нет? Нет. Я почему? Вот думаю. А, у нас Вичи-то, да, осталось раздолбанное. Нам надо сейчас, короче... Что он хочет от меня, этот командир своей оружейной комнаты? Я уже построил тут комнату отдыха. Ну все. И установить настольные игры. О. О, да? О, тут какие боевые дух, тут этот. Поиграть. Такие рожки над головой, запланировать отдых. Поиграть минус 3 на 7 минут. Плюс 15 боевых дух за 15 минут. Блин, угрозовый зомби плюс 3. Ого. Плюс 15 на плюс 2 на за 15 так. Минут. Так. Что такое? Где я повел? Тут мастерская уже неплохая. Ремонтный верстак, оружие. А, это я поставил. Износ холодного оружия минус 50 на 1 час. Да, где тут? Где? Блин, а где? Кавчик. Ах, вот. Будем тут кидать всякие вещи. И туалет здесь есть на пожарке. Можно им пользоваться тоже. В принципе, мне сейчас еды минус 9. Сейчас улучшу. Улучшу я. Ферму я не улучшу, да? Блин, а кем у меня была это... Вот и накидал. Да. Зомби идут, Серег. Мы же справимся. Ты давай там перекидывай. Риск осады просто великий. У меня проблема. У меня есть 3000 влияния. И его жалко оставлять. Не кажется ли? Да. У него лупят толпой. Да, у тебя их 8000 точно. Еще один пришел. Два дикаря просто в хлам снесены.
И все зараж. Он там лупит постоянно, блин. Ого, тут зомбари! Нефиг тут лазить у меня на базе. Тебе что-нибудь надо? Да нет пока. Ты закидывайся себе. Да, так было. Нам надо с косторезами встретиться, наверное. Сейчас пойдем. Подожди, у тебя же сохраняется выполнение заданий посредником, правильно? Угу. Давай я сейчас быстро сделаю. Так, только патроны. Ты старым сообществом сейчас сошел? Да. Сейчас, погоди. Сделаю быстренько эти. Болты. Нам там 100 осталось. Есть. О. Все, теперь можно потом ехать забирать. То есть надо заехать к посреднику, к косторезам помочь. Потому что надо сообщество улучшать, здесь не нужны плюшки. Ну и. И потом подумать, как убить эту враждебную группу, которая будет мешать нам сердцем биться. Они прям, как знаешь, как сердцем заодно. И наоборот. Интересно, у меня есть зомби-приманки? Если у меня есть зомби-приманка, сейчас. То я, в принципе, могу зомби-приманку уже сделать. Ударо-блокатор есть, Z-адреналин, доза Z-дай. Нет, у меня зомби-приманки. Я тогда, наверное, поставлю пока зомби-приманки эти все. Чтобы сделать их. Когда враждебная группа понадобится. Нифига ты тут поляну разложил. Зато ты их сможешь продавать всякими этим. Так, что тут у меня ребята еще делать? Надо пока мы здесь все поулучшать. Так, слушай, у меня этот. Что делать? Ай. У тебя есть для фермы улучшения какие-нибудь? Нет, по-моему, нет. Чё я хотел, скажи мне? Я хотел... Мне медикаменты, патроны прийти. Я ничего создать не могу, да? Почему? А чё я могу создать? Эти 8 же стоят, а не 6 вакцины. Ай. О, у меня все в карты играют. Настольные карты на 15 повышает боевой дух. Да хер с ним. Привет, отличного вечернего стрима. Привет, Сергей, спасибо, что бежал. Спасибо за пожелание. О, а ты просто это сообщество мне? Да. Кидать? Сейчас, секунду. Да, кидай. Так. Ну что ж, у меня кое хватает. Класс. Круто. А ты видишь, как проблема решилась? Ну да. Капец. Мы все ищи плюсы. Мэй врубил плюшки на ферме, на гидропонке. Уже не минус 12, минус 9, а минус 6 еды в день.
Вот. Бетапона система плюс 6, ферма плюс 5 и Морган плюс 1. Вот, вернулась старая гвардия. I'm carrying a bit much right now. С крутыми рюкзаками. Так. Не понял. Попробую сделать зомби-приманку. Сделать зомби-приманку. Два... Ух ты, блин. Два коробки химикатов. Ну, давай. Плюс 4 зомби-приманки. Есть. Что еще можем сделать? Газомет. Боеприпасы для газомета можем делать. Гранату с газом гнилика. Два бензина. Блин, так дофига вы хотите, слушайте. А у тебя у всех все есть, да? Все навыки, все специализации. У меня учебников полно. У меня даже учебник по физподготовке есть. Можно сбросить кому-то? А вот, наверное, у меня все эти есть. Прессы к оружию. Я, ребята, к войне готовы. Ну, вот нам она и понадобится, готовность к войне. Так, удароблокатор 4. 25 образцов. Что, мы, вы офигели, что ли? Что так дорого, блин? Ладно, сделаю сейчас, наверное. Все-таки, что делать? У нас есть машина, не это. Угу. Я вот думаю, выносливость, сейчас посмотрю, какие у них выносливости. Все, пока станцию чистки возьму. Так. Запаситесь медикаменты на исходе. Запас медикаментов на исходе уже, блин. Оха. Что там у нас? Улучшим ее за 25 материалов. Да давай. Так, и вот это улучшим. Почему? Что, не хватает, что ли, людей? Так, а что у нас машина? Где машина-то? А, вон, все, вижу. Я готовлю машину к поездке. Я не пойму, где рюкзаки все. Я вроде все поднял, а рюкзаков нет. Я проверил перед тем, как удалять сообщество. У них рюкзаков тоже не было. Куда они делись? Почему один рюкзак остался? В смысле рюкзаков нету? Ну, моих блатных, которые у последника брал. Рюкзаков нет. Это, может, старые чуваки, сообщество старое какое-нибудь. У своих, которые были, вот это вот, что у тебя сюда? Да. А я не знаю, куда они деваются. Твои не поподнимали их? Мои? А с чего, зачем они мне? Сейчас гляну у себя на всякий случай. Я же не поднимал. Не, у меня таких нету рюкзаков. Необычные. Плохо. Все. Придется опять ехать. Так, рабука устала. Сейчас я другого возьму на поездку к этим типам. Придется ехать к тем. Кому? Новым рюкзаками. Но мне нужно 600 влияния. А у меня влияние... А мне 450. Так. Так, сейчас земледелие, вождение, знаток спорта. Блин, ну обидно, конечно. Как так нет рюкзаков? Ну серьезно. Ну мы возьмем сейчас у этого, что ты, у посредника. Да, они у него остались. Вот а так. Я не знаю. Какие рюкзаки, блин, специфически классные. А где рабука? На, распаркуй. That's a lot of stuff. Так. Ты помнишь этих доблестных ребят? Каких? Которые сейчас у тебя в сообщество пришли. Помнишь ее? Да подожди ты, откуда их сейчас могу в лицо-то помнить? Ты сейчас, погоди, затарюсь, а то я тут поменял. Hey, creep!
Что это за звук? Так. О, мы много этих. Поиздержались мы на сердцах-то. Ловкость, скрытность, фехтование, что? Фехтование? Почему у нее? Не понял. Ей нужен топор. Тебе нужен череп, меч с черепом? Мне и два штуки. Да нет пока. А ну скинь, может он лучше, чем то, что у меня в руке. У меня фехтовальщик как раз. Ну, пока не буду трогать ничего, ладно. Так, мне нужно дульную насадку сделать. Все, я готов. Поехали к косторезам, а то они сейчас задание попадет. Нет, подожди, ты возьми, я ж тебе понакидал, чтоб ты распечатал. Ну да, чуть-чуть получше. Посмотрим, что за меч череп. Так, сейчас. Распечатаем вакцину. Так, давайте сюда скину. Скинул вакцину. Слышь, а у меня много чего пропало. А почему оно пропало? Я не знаю, у меня не хватает очень. У меня было 12 этих. Осталось 3 огненных бутылки. У меня тоже молоко. Было много, но мы их покидали очень много. Нет, кино. Я выкидывал, до хрена было. Тут, блин. Поехали, у меня водитель. Говоришь? В смысле, после перезахода вот это между сообществами, что ли? Да. Я не знаю, куда они делись. Может, есть лимит на сколько вещей может быть выброшено? Не знаю, может быть. Ну, мы тогда сколько выбрасывали? Пол, весь пол завален был. А так ты подымал. Я тогда тоже не дочитался рюкзака, кстати. Ладно, поехали. Смотрим. Подожди, а оружие у меня? У меня, по-моему, и оружие не достается крутого. По-моему, я оружие не все нашел. Да. Ладно, сниму. Говори, куда ехать? Куда мы едем вообще? Косторезом. Ну, блин, они рядом с сердцем живут. Ну ничего. Приезжай прямо. Все время прямо. Просто Рабуку отдохнет перед сложностями. Она мне единственная с мощью, кто остался. Мне надо кого-то сбрасывать, мощь еще одну делать. Ну, лё, чего не появляется перед машиной, лё? Они не появлялись, они были. У меня появился из этого, из туманчика такого, знаешь, едешь раз такой перед тобой. Да, у меня прорисовка другая была. О, тут можно аванпост поставить, прикинь. Мне как раз медикаменты нужны. На обратном пути поставим тогда. Вот эти кусты, как в этом. Сейчас прямо или налево? Прямо, я скажу. Тут кусты, кусты похожи на этот, на трамблвейли вот эти вот, мохнатые. Где? Вот налево. Вот тут? Что не так? Специалист по рукопашному бою едет. Ну, фехтовальщик. А нет, подожди, у меня не фехтовальщик. Посмотрим, что у него. Какие тут
повороты крутые. Хоть поехать сердце убить. Ну вот то и поедем убивать. В город освободить уже. В котором мы живем там. Пожарная часть, вот этот пункт называется. А ну, качалка. Водите, да? Да. Вот я смотрю, у нас расход маленький. Я специально взял на дальний путь. Почки, блин. Сколько их тут? Один. Не знаю, один? Ну, ладно, козел. Да ё-моё. Ух ты, козел, ля, он в, это, в текстуре застрял, Серёг. Ладно, я тебя сейчас... Всё, он готов. О, у них костер горит, классно. Можно не зажигать фонарик, да? That's all I got. Спасибо, что откликнулись. Мы работали в бывшей больнице и хотим снова спасать людей. Это круто. Хорошо, что вы не людоеды. Налетчики атакуют. Помогите косторезам отбиться. Чего? Типы бегут, Серега. We're gonna get you, fuckers! Oh, shit. What was that? Ой, блин, и тут это. Давай их сожгем. Он не бьет. Что-то он как-то сильно бьется. Блин, люди сильны здесь как никогда. Запинали его ногами. Нахуй, козлы! Он стреляет. А, по зомбакам. О, блин. Нифига припарочка тут. 4 патрона осталось. О, как раз мне нужно было. Ух, хорошо, что мы с ними подружились. Обыщу-ка я трупаков. А? Да, могу обыскать их. Уже занимаюсь. Фига, слушай, а в ближнем бою с ними вообще-то не так легко драться было. Он мне чуть не навалял этот, который был там. Так, я рюкзак могу продать, дубинку тоже. Ну я не буду ее менять, она останется есть. Кто? А вот это. Или, блин, ну дать ей вместо похода. У них еда есть, отлично. Хотя не, наверное, уберу ей поход. Это побита какая-то горем. Сейчас еще двоих обыщу. Один у них, да, по-моему, погиб. Тут группа движется, игрок. Кого их? Тумбаков. Ладно, давай. Да, блин. Good to see you. Не получилось. О, эти сразу вооружились такие, слышь. Ты вылетел, Серёг, ты тут? А, это у Серёги, значит, интернет сплоховал. Hey, what's up? You looking to trade? Yeah, sure. Ножик стоит один слияния?
Так, блин, его проще продавать реальные чувакам этим. Сколько у меня влияния там? Так, у меня ловкость и стойкость. Мне, по сути, надо сбрасывать до этого. Либо ловкость на мощь менять, кстати, неплохо было бы. Стойкость плюс мощь, либо ловкость с фехтованием, что тоже неплохо было бы. У меня один фехтовальщик есть. Так, что там получается? Так, что мне надо качнуть-то у этого? Интеллект? Я думаю, сейчас создам аванпост, вот там. 6 минут до нападения зомби на базу, окей. Так. Где-то здесь был классный аванпост. Вот здесь. Вот. Вот. Еда мне нужна как раз возле вот этого непонятного города, где куча сердец. Мы туда сейчас и поедем. Я думаю. Так. Пока Серега там идет. Помогли мы ребятам справиться с ненавистниками, которые хотели с ними что-то там сделать. О, здорово. Сразу вакцину наготове. Мало ли что вот это. Вот кустики мне эти не нравятся. В таких кустах на Трамблвелле обычно пали гниляки, и мы ничего не могли с ними сделать. Не увидеть их, ничего. Просто скрыты. Блядь, сколько их тут, офигеть. Мы это все будем чистить. У нас тут поле битвы. Сейчас доедем до аванпоста, будет все хорошо. Там зомбарь психует, что еды ему не достается. Попились опилка туда. По-моему, здесь поворот, да? Да, вот он. В таких кустах они обычно лежали. Гниляки взрывались. Вот так вот объезжаешь автобус. А вот тут вот спит. Бумц. И нет персонажа. Кстати, он меня потерял. You like that? Hey, all clear. This outpost is secure. У нас аванпост с едой вот. Кто там? Меч такой нехиленький-то. Так, ну что я там прокачал? Давайте посмотрим. Конечно же, скрытность. Наконец-то персонаж прокачан. О, нифига. В принципе, я сейчас... Решу вопрос с этим. С едой, похоже, да? Мне остается только замутить подожди, в смысле? Чего? Я не там ванпост сделал. Ну, щелки-моталки! Я косяпор! Ну что это такое-то? Блин, скей. Вон же метка стоит. Блин, пипец. Ну, да. Базару нет. Ой. Вы что, серьезно, козлы?
Кончились. Обложили, гад, а? Где я тебя обложил? Три дикаря. Да что ты, блин, а? Ну как попаду у них. Достали, а. Четвертый прибежал, да вы чё? Задолбали, а. Блин, остановился. Аванпост открыть. Чуть не сожрали меня тут. Мудаки, блин. И Джаггернаут прибежал. Четыре этих дикаря, блин. I don't even want to know what makes the air taste so bad. Что-то я тебя не вижу. Ты зашел? Сейчас, секунду. Так, Серег, ты тут? Серегу опять выкинуло. Yo, what up, people? Так, подожди, я что, опоздал к нападению? Было же нападение на базу. Короче, это сердце мешает мне, пипец. У меня, в принципе, еда есть.
using my last magazine. Как будет в запасе, надо, наверное, подлечиться. Так, глянем, что у нас тут. О, кстати, у нас электричество кончилось, да? Ничего не работает из-за этого. Так, улучшим урожай. Что тут у нас? Сыграем настольные игры. Два человека. У-у-у. Так, наверное, тоже сделаем. Улучшение пусть будет. А, три еды стоит, пока не. Вот за одну еду я буду, да. Пока у меня боевой дух в порядке. Так что еще есть там за задание? Бродячий торговец. Не так далеко. Можно сгонять и что-то продать ему. Так, мы продадим ему, наверное, кучу арбалетов. Сейчас, погодьте. Я все это повыкидываю, чтобы затариться. Раз арбалет, два арбалет. Это разное ставим. Вообще химикатов мало. That is a lot to carry. Вот это вот тоже продадим. Вот это продадим. И рюкзаки. Раз, два, три, четыре. Фига себе, ну и рюкзаков тут. А, стойте назад. А, хотя не назад. Еще надо влияние набрать, пока Сереги нет, тогда что делать. Все, получается. That is a lot to carry. О. Сейчас под торговцу поедем, выторговывать что-нибудь. По сути, мне еды пока хватает, да? Минус 6. Ну, сейчас загрузится эта тема. Короче, ферма. Гидропонка, кстати, классно дает 6. Там тоже аванпост будет давать много. Как туда доехать? Там теперь назад. И по дороге, потом по маленькой направо. Понял. Назад и направо. Ты там что-то без меня рыщешь? Да я к торговцу еду, к бродячему. Возьми что-нибудь у себя там, если хочешь продать ему. Все есть что. Исчезнет. Да блин, на меня тут напали. Зомбари. Приезжал джиггернаут. 4 дикаря. Короче, капец. Было весь один ляг прибежал. 27 день, кстати, пошел. Какой тут туман. Классно. За рюкзаками. Здорово, здорово, торговец. А, зашибись, я красавчик. Выкинул все. Блин, надо быстро назад валить. Я выкинул все, чтобы задариться и не забрал. Да какого лешего творится? Так, что там у тебя? Да чё, блин, Steam не вошел в сеть. Как-то та тебя выкинула, интересно. Не, ничего интересного, материалы только, блин. Я выкинул, что интернет прорвался. О. To make a trade. Interested? Okay, sure. Блин, да что же у тебя взять-то? А сейчас, а? У него, блин, я у него настолько напродавал, что у него влияние, сейчас я у него что-нибудь куплю. Такого прям ничего и нет. Одни материалы у него купил. Yeah. Так, есть.
И что у него вот это фигня какая-то? Помчались. Давай к посреднику. О, сердце. Так, надо к посреднику ехать. Он давай далеко. На базу заедем пока. Я скину все. Тут какая-то теневая сторона такая. Посредник, блин, далеко. Не поедем, что? У меня водитель пока в порядке. Да, надо все эти дела сделать, потом надо идти людей этих мочить или что-то с ними придумать. Наверное, зомби-приманка в помощь будет. Я знаю, мимо него ехал. Блинский. Одинокий, выжившийся, нуждающийся человек. В сердце прям, внутри сердца. О, да что такое, блин? Гребаный тротуар. О, фига себе. Джиггернаут здесь ходит, да? А у нее, знаешь, какой навык? Опытный. Опытность? Нифига себе. Как захватывать цель? Там, по-моему, какая-то кнопка. И что это у тебя там было? Кошка прыгнула, свалила тут кое-что. Хорошо, что не монитор. Я нажимаю, я не вижу, захватывала цель. Нет, ну там надо, по-моему, что-то жать. Кто кнопку, и когда на тебя кто-то бежит, особенно дикари, говорят, спасает, пипец. А дикарей. Ладно. Раз уж она у меня такая опытная, пусть остается. Посмотрим, что это такое. Зачем я тогда ее переучил? Но теперь у меня и с мощью. Так, а что у меня еще здесь? И это опытная у меня. А, подожди, стой, это она и есть. Штурм. Штурм, опытность и меткая стрельба. А, блин, застрял. Ай. Ну чё? Вылези ты, блин. Да. О, вылез. О, блин. Что мы делаем? Мы едем до этих, наверное. Сейчас поставлю метку, где примерно он. А, что ставить? Вот. Так, это нам налево, да, надо сейчас? Говорит, он куда рулить. Left. Юрий, ты все время по дороге прямо. Я же хотел аванпост занять с едой. Не доехал, занял другой непонятный там тоже там здание. Ну ладно, думаю, сбросил его, сейчас займу этот. Подъезжаю занимать, очистил и прибегает дикари, короче. Прибегает джиггернаут, прибегает там гниляк. И меня хотят съесть. Я так там аванпост не поставил с едой, блин. Тогда уже поставим. Ну там надо поставить там следующий городок и перед ним как раз это здание, которое не цепляет сердце. Там на краю. Угу. На следующем направо. Слушай, что за... Ну, тут паузинка дороги? Да. Здорово. Приветствую, Причт Фристи. Привет. О, у вас припасы портятся. В смысле? А, материалы? Ёлки-мотал. Я тебя предупреждал, ты сказал, мне надо вон посты открывать, они же там материалов много стоят. Ты сказал, все нормально. Да, сейчас пропадет все нафиг. Пойдем забирать плюшки. Hello, my friend. Трамп был вылево, возвращается в игру. Вау. Я хочу этот пистолет. Он же бесшумный, это мой любимый пистолет.
Все, нету этих рюкзаков. И бесшумный дробаш. Бить дикарей с дробовика. Ну, елки-моталки, вы издеваетесь? Зашибись, блин. Твою мать. И какой-то этот... Передели глиняков из арбалета. Я таган. Из рога. Ну, значит, буду ходить 6 вечера. У меня нет... Надо посмотреть, что у меня есть. Так. Это что такое? Не отмораживайся, набор. Я, короче, взял вот этот первый набор. Ой, нет, второй. Нет, первый. Убита зомби с пистолета. Из дробовика. Дикаря бить. Это ты что смотришь вообще? Задание, которое нужно взять сейчас. Это какое? Самое первое слева. Самолет этот. Набор трамбл-вэлли. И? Дробаш в самом низу. Это бесшумный дробовик. Это, блин, можно вместо арбалета носить. А пистолет справа под майкой. Бесшумный тоже. А это что такое? Револьвер бесшумный есть. Well, использовать канистры с горючим. Ну ладно, взял все три. Твою мать, а. А ты какой третий взял? Револьвер? Этот... Я не знаю. Собрать материалы 4. Слов нет. Как вам здесь застримить в Warzone или Apex Legends, либо Fortnite? Фристи спрашивает. Чего? Давай вот это возьмем, собрать материалы 4. Винтовка под 300 влиянием. Я взял эти, все три, которые ты говорил. Бесшум, все бесшумное взял. Ну, это тоже бесшумно. Ну, давай потом, я, ладно, возьмем. Револьвер, да, ты взял, получается? Да. Блин, а. Как так может быть? Где я теперь рюкзак искать? Я не знаю. Fortnite, Warzone, Apex Legends. Я вообще как бы эти игры не особо люблю. Ну что, сейчас будем с людьми разбираться. Блин, там хороший автомат. Бесшумный. Айховский, походу. Или как они там называются, не помню. Я помню, его потерял, под этот кинул. Под этот, как его называют, блин, на базе которой ячейка инвентаря, и все, не смог забрать, блин. Но потом исчез у меня. А вот этот пекарь, что вернули, это они молодцы, конечно. А, хорошо, понял, спасибо за информацию. Ну, если, блин, Fortnite и там Apex Legends заинтересовал ранее, то я бы, наверное, у них сейчас поигрывал там во все по чуть-чуть. А так мы выбрали PUBG. Из шутеров всех посмотрели, что там да как. Ну, как посмотрели? Apex нормальный. Просто кто-то его даже не смотрел. Я смотрел, но я не скачивал, я посмотрел геймплей, мне не понравилось вот эти мультяшные, ну, фигня. Ну, как ты там любишь рассказывать? Надо сначала попробовать, или, пощупать, а не посмотреть. Или Fortnite, который там тоже. Мне просто визуально он уже не нравится. Чего щупать-то? Нет, нет. Надо пощупать, надо посмотреть. А потом делать выводы. Ну, правильно. Ну, так ты его пощупай сначала. Ну, а ты щупал 22-й футбол? Не-не-не, я твоими словами. Ну, а ты щупал 22-й футбол? Чем моими? Я у тебя свое мнение, а мне свое. Я так и не говорил свое мнение. Вот так давай придерживайся тогда своего мнения. Ты его не пощупал, ты его не попробовал, не поставил, не поиграл в него и сделал его, что он плохой. То есть то же самое сделал с футболом, хотя Костя теперь, что он классный. Еще раз говорю. Сказал, он не такой внешне. Я изначально сказал, что мне игра от первого лица не нравится. Зачем мне его щупать, это объясни мне. Щупать, смотреть, если я вот не люблю игры от первого лица. Что я там буду делать? Не, ну когда я тебе говорю, что мне нет, ты же не попробовал, ты же не посмотрел.
ты же не стал, ты же не поиграл. Это когда мы в одну и ту же игру играем. Когда мы оба не играем. Я про это говорю. Про то, что мне игра изначально отталкивает. Какую игру я не поиграл из тех, которых из-за отображения я не могу в нее играть. Ну, зачем мне себя насиловать и играть в игру, если она мне изначально не нравится? Ну, как бы, ну, как сказать? Ну, вот режим первого лица мне нравится в шутерах, я вот не играю в них из-за этого. PUBG, он, ты попросил, давай попробуем. Ну, попробовали. Ну, прикольно, по-другому. Но все равно не то. Чупать надо было тогда, когда молодыми были, Данил пишет. А, ну, прям пошутил. Эй, блин. А, у меня и эти болты пропали все. Мне нечем оружие чинить. Эти штучки, блин. Надо разбирать тогда, да? Что у меня есть для разбора? Есть какой-то дробовик, блин. Что до хрена вещей пропало. Этот... Нет. Они валялись же, блин. Никто не... Это получается, ты просто сообщество... Ты зашел в мое, потом вышел, да? И оно какое-то время лежало, может, что-то исчезает при смене сообщества. Это же чужие вещи как бы упали. Так, ну давай, блин, скину, блин, кое-что. Больше всего рюкзаки жаль. Блин, ну как так, а? Мне нечего сейчас вот нацепить. У меня вес большой из-за этих рюкзаков. Блин, какой тебе скинуть-то? Вот эти я тебе скину, поразбираю их. Вот это вот все, что я набрал, это можно разобрать на детали. А сколько у тебя рюкзак весит? 8 футов. Да, 8 футов. 7,5. Ну, 6 футов есть 7-й рюкзак у меня. На 7 ячеек один. А есть у тебя на мой маленький вес рюкзаки? 6-х нету. Вот 7-й есть на 6 футов. На 6 у меня, на легкий 0,1, который на 6. Знаете, вот этот, кстати, рюкзак на 7,5. Да, держи. Сейчас заберу тут кое-что. Что такое? Что за рюкзак такой? Насколько ты он сказал? На армейский рюкзак на 8 ячеек. А. Так, что нам надо-то? Чего хотите их убить? Зомби-приманка. Ну, одной хватит, я думаю. И фейерверк, да, один. Семь с половиной футов, нифига себе. Я готов попробовать, надо к ним подобраться. Там же сердце, блин. Так. Not happening. Включил себе плюхи всякие. Блин, серьезно? Зачем они делают так? Нуждающийся человек там же.
Ну, поехали туда съездим. Я говорил, там в сердце сидит человек. Я думал, в другом каком-то. Сейчас обратите внимание, что там же, где мы собираемся все это дело вершить. Так, погоди. Не собираюсь ничего вершить там. Мне там страшно. А всем вот страшно. У меня нету этого огня. У меня нет вообще ничего места. А помнишь, я тебе советовал игру Астронер? Ты говорил, что она тебя не заинтересовала. Да. Я же посмотрел обзоры. Гляну, что за... Ну, в принципе, с какого формата игра? Сейчас, что же мне делать, блин? Так. У меня есть зажигательная... Блин, почему мы съехали название опять? Зажигательная напалмовая, да? Вот эти скину туда. Зажигалки тоже пока нет, надо топливо найти, чтобы наделать. Блин, нам надо начинать здесь осматривать все. У нас, блин, вообще ничего не осмотрено. Я знаю. Мы понимаемся. Почему фигнёй? Мне нужно это сердце убить, чтобы, блин, аванпост поставить с едой. Мне еды сейчас не будет хватать. Идею буду искать. Придется умирать. Ну, вот, чтобы не умирать. Ты пойти. Взял этот самый ремкомплект? С тобой нет. Машину сразу забирать? Нет, оставим ее там. А пока сейчас прям не горит, чтобы ее забрать. Ну, заберем, если нас там не будут убивать, конечно. Да. В багажнике. Поехали, посмотрим, что там. Я не знаю, что ты хочешь сделать. Блин, чуваков этих замочить, что я хочу сделать? Они будут мешать нам сердце убить. Так в сторону будешь убегать, они тебя пристрелят. Так давай кинем им этот и пускай посмотрим, как я же везу им, блин. Зомби-приманку, фейерверк взял. А пока ты везешь, можно было сердце колбасить. Пока их там зомби всей толпой убивать будут. Ну, тогда поехали, возьмем этот. Блин, этот орёт. Тогда я могу взять. Может, там вдвоем взять? Давай вдвоем. Буду робокаторы. Ага. Тем более у меня... Блин. Персонажа, наверное, на меня, не? На человека с дубинкой. Ну, или дубинкой, или это, кувалдой. Блин, да что ты будешь... Что такое? Запасы... Да что у меня там под тормозом? Ну почему я провалился под текстуры? Тебя выкинул быстро. Да это у меня не первый раз. Он провалился под текстуры, потом мне надо выбрать кого-то из персонажей. Благо, вроде пока вот не умирают они от этого. Так, зомби прямо ко мне есть, мне нужен дуралокатор. Ну и чё, где? Куда теперь? Торговец ушел. Все, дуралокатор скинул. Я не пойму, то ли база глючная, то ли я что-то не понимаю. В прошлый раз ничего не глючило, мы тут на базе уже обосновались и бегали. Меня это не первый день. Да я понимаю, я не здесь то, при чем. Не то, что не первый раз, а не первый день. У меня уже второй день это такая фигня. Я захожу на базу, у меня вот сразу на входе у меня персонаж улетел вниз. Может, что-то с этой скоп игрой не так. Так, зомби-приманка. Ты ж надо к ним как-то подкрасться. Они-то будут суетиться. Hey, вот тот дуроблокатор. Да блин. That is one nasty screamer. В смысле, где крикон? Попробуем у чувака, может, спасти заодно. The air is making my eyes burn. Must be a plague heart nearby. Ну, придется сначала его спасать, а потом с твоим сообществом что-то решать. Они нас не перестреляют, а?
Проблема в том, что если мы кинем в ним приманку, то этот чувак уже никуда не уйдет. Это понятно. Ну что ты хочешь, это то и то сделать. Не может, этот чувак новый выживший в сообществе, вот кто его знает. Наш. Надо было брать. Так, я вот тут встаню. И давай быстренько. Удар облака так принял. Пошли к чуваку. Мерзкое сердце. Так, они здесь прям, да? Вот по соседству живут, блин. Давай, кидай их чуть. Гити Кэлинч тоже чумное сердце в доме у мэра. Офигеть. Блин, серьезно? Ну, давай. Время. Пошли. Ты бить. Не будешь в них кидать? В них? Так они сейчас все сюда к нам прибегут. Ее сожрут. И так, короче. Ладно, я пошел пить сердце. Один сердце. Давай, сейчас я помогу. Где сердце? Я тогда побью еще его. Тут вот дикарь. Не убьет. Там есть вариант кинуть их зажигалку? Попробуй. Я кидаю. Давай, давай. Фига там кинул, блин. Есть. Кто там бьет ее? Я понятия не имею. Дать тебе вакцину, когда у меня голова раскалывается. Давай. Она у нас механик. А, прикольно. Кайли. Типы! Типы у нас стреляют с окна. Ах, твари. Ну кидай в них приманкой, пошли. А она, наверное, не кинет, да? Она должна положить ее. А не, кинул, кинул, все, я кинул. Блин, надо уйти отсюда. Давай в ту комнату. Да иди. В ту комнату твою уходи. Мать, ну... Я говорю, давай уйдем отсюда, в ту комнату. Я говорю, бери голову. Ну как я уберу, блин? Я ее на мушке держал. Так что она стоит здесь? Ну, к ним толпа бежит. Ладно, пошли, сейчас их съедят. Не, нам уезжать нельзя, да? Нам надо смотреть на это дело. Да-да-да. Я думаю, где? Тут автобус есть на дороге. Можно просто рядом с ними сидеть. Так, эту тоже съели, съедят? Я, не, она куда-то ушла, я не знаю, она исчезла. Капец, они тут бегут. Дай-ка я чуть-чуть помогу им. Тебя тут не видят на баре? Пока нет. О, они жрут тут кого-то. Жрите ее. Я зомбарь сзади уперся. Дикарь идет.
Это готово. Все готовы? Все готовы. Вот он. А кто это стрелец? Он и она? Девка-то? Походу, да. Но она вроде в стороне стреляется. Да, вон. Давай уходим отсюда, все. Пока у нас... У меня замигал этот, надо уходить. Где машина наша? Вот она. Дикарь. А, у меня кончился. Ага. Он на нее побежал. Все, дикаря убил. Погнали. А, блин. Поехали, поехали. Вот он. Метка на базе. Что? Дикарь? Машина. А, машина наша. Блин. Похожая ситуация. Главное, где-то никого нет. Не пропустить по сторонам. Я тебя раздавлю или нет сегодня? Это что такое? Попробуй передом. Есть, раздавил. Конечно. Справимся? Да, думаю, да. Блин. Нет, ну это вообще швырять. Это этот атака, да? Да. Что такое? Тащу, ты его бьешь дубинкой по голове, так идет не ляг. Все, два? Три. Я одним выстрелом двоих снял. Чиню. В ней что-то есть? Нет. Так, сейчас. Это, блин, орут там. Так, нужен вот этот аванпост, наверное. Вот этот. И вот этот, и медикаменты. Так, а пошли тогда заберем с этого. Сердце? Да, пойдем. Так, что там с местами у меня? Сейчас. Надеюсь, что бабу не съели. Она что-то как-то не поговорила со мной, куда-то, ну как, исчезла из комнаты. Я думал, может, захочешь присоединиться, мне механик бы не помешал. Не захотела, короче. Медикаменты, браунинг, отлично. I'm tired of carrying this already. Так. Все забрал, там еще есть вещи. Машину пока я сложу. Спалился. Сердце мы забрали. У нас еще одно есть. Да. Вот это. Вот здесь. Хотя машина. Еще одна машина у нас есть с ячейками. Может, я подкатить? Режим стойкость выполнен. Блин, там персонажи эти есть. Нет, тут аванпост рядом нормально.
Ну, там, через дорогу надо занять аванпост с медикаментами. Мне нужны медикаменты, уходят каждый день. Пока есть материалы, надо их быстренько наделать и улучшить. Потом они пропадут, мои материалы все. Материалов 63 хватает. Ты их ему лабораторию поставил, чтобы делать эти штуки? Да я их наделал уже. Я ее убираю, чтобы они лечились. И ставлю, если надо. Чтобы наделать. Понятно, вся кофейня, короче. Не так, или у тебя 12 человек. О. Так, тут есть эти образцы, возьмешь себе? Угу. Зажигалка есть одна. Короче, всякая фигня тут. И оружие можно разобрать тоже. Если сможешь забрать все. А, я могу вот здесь же аванпост поставить сейчас. Так, там дикарь. На карте. Угу. Он по дороге ползает. Носится как бешеный. Мне кажется, у него радиус обзора большой. Он видит издалека всех. Займите тут временный пост, чтобы лут скинуть. Там мне не временный нужен, мне нужен постоянно вот здесь. Не так далеко и не тратить влияние зря. Потом будет покупки всякие у торговцев, на которые оно пригодится. Так, вон она идет, крадется. Если мы тут шуметь начнем, он же прибежит, да? По-моему, тут кто-то есть. Странно, я слышал, кто-то тут был. Вроде никого. Давай занимайся. Location is secure, guys. You can thank me later. And if we want, we could spend some time and make it even better. Так, мешок я не скину. Можно ходить туда-сюда. Дом этот обнести сразу. Так. Капец. Че? Да чё, блин, рюкзак нужен, как лёгкий. А, блин, вот, ты будешь его весь час вспоминать. Ну, блин, ну все уже его не вернуть. Ну, чё, я смотрю, у меня нужен рюкзак. Просто говорю, мне нужен рюкзак. Чтоб ты не забыл, потому скажешь, я забыл. 0-1 нашел, но он маленький, на 6. Я его выкину. Да я помню про рюкзаки, чё ты, блин, это... Вот ты прямо это, как каждый это я начинаешь. Я посмотрел, у меня, блин, не хватает. Для загружен полот. Доброй ночи, Нуну, пиш. Привет, Нуну. Да, привет. Сейчас улучшу страйкер. Я его буду полный улучшать, сейчас это сделаю посты. Рядом совсем. Ну, тот же, наверное. Блин, злостно орёт. Так, я тут, по-моему, все облутал, не знаю. Сердце что-то осталось, да? Сердце дофига. Так, три крикуна. Not happening. Так, 2010 материалов, отлично. Это чтобы быть... О, у нас ванпост светится. Фонарики.
вот на 6 есть рюкзак, Серёх. Мне по весу. Сколько он весит? 4 или 0,1? Посмотрим. 4. Нет, на 0,1 надо. Такие часто встречаются вообще? Он похож, но он на 0,1. Я понял. Ну вот это надо еще типов обыскать. Их же трое было, на третьего найти. У него, может, тоже шестой какой-нибудь. Ну, этого шестой, но на 0,4. На 4 фута. Пойду еще заберу. Все тут разобрал. Что же делать с тобой, Рабуко? Yeah, no, that's not a thing. When we keep our supplies in a big pile, stuff gets broken. It happens. Так, на машину гонять. Пошел. Перегоню машину. О, я думал, ты же пошел кто-то. Блин. Сейчас я персонажа другого возьму. Возьму одну из машин, перегоню. Наверное, вот эту черную. У тебя нет мучения для сброса выносливости? Уже нету. Я его использовал для полезного навыка. Возьмем своего повара местного. Ты меня слышишь? Да, слышу. Я вылетел. Я уже понял. Из-за тебя? Не знаю, у меня пока вроде нормально. Че, подожди, что он за знание? Убить дробовика из пистолета зомби. Ага. Ты уже, тебя уже можно кидать? Можно. Кинул. Так, 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 что делать? У меня пистолет есть. Пикали все такие калечные. Дробовик я взял. Так, пойдем погрохнем это коря. Из дробовика? Да. Пойдем, он делся. Сейчас я чок посмотрю, есть у меня. Думная насадка. Чоков. А, нет. Чок это что? Посмотрю вовсе на них. Дикарей надо 4 грохнуть, да? Из пистолета тоже пострелять надо. Что у меня тут? Нет. Почему так мало вакцины? Или она какая-то другая есть? Дикарь на меня бежит. Где-то его там нашел, сейчас иду. Да блин. Нашел. Не такой разлет. Давай его сюда. Вот он. Есть. Один. Я что-то не понял сейчас. Ой, три крикуна идет. Есть чем застрелить? Я их не вижу. Ай, блин, жрут меня. Где крикуны? А вот они. Твою ж мать.
Ёпта, покричали. Ну блин, а что ты хотел? Уходим, это из-за дробаша. Я знаю. Куда пойдем? Где машина? А, вон сейчас, дикари, вон дикари. Заряжаю, у меня 80 патронов. Ты главное гниляков, смотри. Ну блин, ты серьезно? Так, погоди, если он не достанет меня на машине сейчас, вот там будет стоять, пускай он стоит. Тебя достанет рано или поздно. Смотри, откуда зайдет. Дикари с твоей стороны, да? Да. Пока не это он стоит. О, один сюда перешел. На! Есть один, так. Это еще один. Опять с той стороны, да? Пока же гранат просто стоит. Я ему снял шлем. Так, где он? А вон он тут, с этой стороны. Так, не, не вижу. А, вот еще один. Где? Тебя? Да. Ага, я обоим шлемы постимал. Ага, отлично, сейчас. Есть один, я через дверь убил его. Один вот там стоит, ты у него видишь оттуда, тебя перебегать ко мне. Блин, мне кажется, если перебегу, джиггернаут нас будет доставать тогда. Пока он просто веселится там. Так, где ты говоришь он? Воу, все, теперь он меня достает. Вот там. Ну, он уже возле меня, он возле меня. Далеко, блин. На тебя сейчас полезет, сейчас я к тебе приду, иду к тебе. Есть. Ай! Что происходит? Ай, идите от меня. Придурки, блин. Где машина наша? Бежали до машины. Где она у тебя была? Да я-то одну почти докатил до базы. А, не, вторая там же на дороге? Да, только куда бежать я-то? До машины я бегу. Так, дикари выполнили, обалдеть. Этот дробаш, конечно, делов творит. Все прибегают посмотреть, что ж там такое. Бля, как резко. Ой, солнце через туман в глаза, блин. Как дало. Надо заехать по пути на аванпост, еще один создать. Промазал. Что это было? Где? Такой звук, бум, как будто залп был утром. Да, вон возле базы Tartan Market. Сделаем. Еды просто нужно. Едой подзабиться. Или может вот здесь вот. Здесь смысл. Я считаю, где-то на удалении надо делать. Ну, удаления пока нету, негде еще делать. Ну, ты ж не знаешь, мы еще ничего не исследовали. Ну, давай посмотрим. Надо проехаться, взять сейчас с задачей проехаться по округе. Так, блин, мне надо всех подлечить. О, здоровьтесь. А я такой на шухере тебе поставишь, чтобы никто не напал. А где вторая машина, товарищ, не докатил ты? Где-то рядом было, я почти доехал до нее. Надо просто на этой карте глянуть. Вот она. Он. Мастерская Большой Папа, отлично.
Пойду вылечусь, блин, а то я... У меня вообще вот полностью положка практически заражения прошла. Так, что я хотел улучшить, подождите. А, вон пост. Так, все, я здесь улучшил вон пост. Он мне дает плюс 3 медикамента в день. Все, теперь надо еду искать вон пост, иначе я не справлюсь без него. Бери своего водителя, я сейчас персонаж тоже поменяю. Все, водитель в порядке, сейчас посмотрю. Да, в порядке. Что там говорит? Я не знаю. Так. Дробаш выбираю. Браунинг в руки и вперед. А, не, он есть этот. Здесь крутое оружие. Да блин, у вас что, у всех эти? Да, возьму с собой, наверное, арбалет. А, и пистолет, да, надо взять, блин. Весь пистолет. Блин, что за фигня? Может, я у того типа по оставил. Ладно, сейчас. Терминаторский пистолет был у меня. Посмотрю. Зомби с пистолетом убивать. А, все, нет у меня больше терминаторского пистолета. Вот еще одна. Вообще нет пистолета, просто. Надо поехать по оружейным магазинам проехаться. Ой-ой-ой, детали-то куда делись? Ёлки-моталки, сейчас. А зато у меня есть гранатомет. Гранатомет. С дробаша выстрела, да столько сбежалось. Не, Штормбрингер, я думаю, не стоит разбирать. Так, я немножко этого подразобрал, оружие-то вообще, ух ты. Лопаты всякие тоже не нужны, все. Так, теперь надо пистолет. У меня был у чувака тоже пистолет. Куда вы делись все? О, пошли полицейский участок обнесем. Где? А вот тут он. Недалеко. Надо найти место для аванпоста это... с едой. И сейчас обнесем и пойдем искать, потому что пистолет, может, я найду. Есть выживший. Одинокий выживший. Там же. Ну давай, полицейский, осмотрим, уже рядом. Успеем еще. Я думал, он не сразу там будет кричать о помощи. Краснолазых меньше стало, но этих полно. Обычных. По-моему, тут у него, да? Нет. Крикун был. И прокачка уже прям. Скрытность, все дела. А мне тоже скрытность прокачана, что я? У меня скрытный водитель. Слушай. У меня же есть сообщество. Путь наследия. Там, по-моему, эти рюкзаки были. Надо посмотреть, есть они у них в наличии или нет. Ну, пусти. Да что-то я смотрю, она у меня кровавая такая. Давай смотреть, что там. У меня тут 13 ящиков, обалдеть. Мопс, у меня надо 3. Было этот брать. Автомобиль. Надо было делать этот здесь, аванпост. А с патронами, да, будет?
Да. А можно. Где он? Хотел его убить. Надо смотреть все. Сейчас надо, да, комнаты. О, он сразу глядь светленький таким стал. Outpost is done, all fancy and fresh. Now, I almost hate to say it, but a little more work here could pay off. Книги всякие. Вот он, я нашел один. Кого? Такой, смотри, рюкзак. Еще два, о, еще один нужен. Вот так он выглядит, видишь? Сейчас. Тебе он? Нет. Что-то одеть его отодел. А, понял. Я говорю, зайду в сообщество, которое действующее есть. Смотрю, что оно даст. Может, там есть такие рюкзаки, они у меня, по-моему, были. В каком-то сообществе прям в загашнике лежали. Мне не хватало там все. Ой, С4 нашел, обалдеть. Мешок с патронами. Это очень нужно. Мне сейчас патронов, кстати, мало. Теперь будет много. Так, мне 44 этих. Мне надо теперь подумать. Да, мне остается только улучшить этот. Так, что? У меня же хороший пистолет черного цвета. Well, then, чего, в одном ящике ничего нет. Пока револьвер какой-то. Лопата. Понятно, короче. Так. Тиховарка приготовила жаркое. Так, так, есть пистолет. Что за пистолет? Не знаю, сейчас посмотрю. Ну, о, бля, какой классный, на. Фига себе. С прицелом, блин, и одиночными стреляет. Идеальный. Пойду. Шикарно. Патроны, наверное. Какие на него патроны? На него? А вот хрен его. Наверное, 9-миллиметровый. 9-миллиметровый. Вон как раз к нему были патроны. Так, мне нужен оглушитель. Где его искать? Тебе патронов скинуть? Тебе нужна крутая винтовка. Голова когти. О, так. Сейчас тут нам написали. Или не нужна тебе винтовка? Голова когти? Штормбрейкер, что ли, этот? Или как он? Нет. РТС-хард. Карель, который... А, этот есть, мне не надо, мне этот есть. Поврежденный, но он мне пока и не нужен. У меня хардбрагер тоже есть. Винтовка, автомат, если надо, отдам. Просто он тяжелый, 11 фунтов весит. Мне он не подходит. Так Ксаверс написал что-то и удалил. Я не успел. Посмотри, какой себе классный пистолет соорудил. Да, слушатель, он прям длинный такой. Ну все, пошел, пристрелю кого-нибудь. Пойдем на базу, пристрелим там кого-нибудь. Нападение будет сейчас. Сюда выйти. Я тебе открою дверь. Лех, нравится мне. Сейчас будет замес. Интересно, будут приходить джаггернауты, если здесь сердец нет? Наверное, будут. Вот тут можно джаггернауты сюда раз и залезть и сидеть. Ну, сюда же залазят дикари, по-моему. Дикари, да. Блин, у тебя пистолет есть, ты сможешь тебя с него убивать. Угу. Я теперь вес классный. Но так, запасы меня... еды на исходе. Подожди, а что нападение не идет? Пошло. Вот и... сразу же появился джаггернаут. Кого, серьезно? А, он бежит. Это дикарь, дикарь пришел. Дикарь, у меня нет против него ничего. Прям сейчас завалят.
А, сейчас они будут... А у тебя нету, да, с пистолетом? Есть, почему? Кто-то он стреляет с пекаря почему-то. Почему ты с пекаря стреляешь? У него что-то висит на спине, он с пистолета стреляет. О, выполнили задание. С пистолетом, слышишь? Трёх. Это ты там настрелял? Нет, я двоих с пистолетом. А чего они спекали здесь стреляют? Ну чё, ну, не знаю, и надо походу убирать это оружие второстепенное. У тебя же два оружия установлены. Это у меня у всех по одному, я по два не ставлю. Так, ладно, надо занимать какой-то ампост с едой и не париться мозги. Он не один понадобится, поэтому на дальнике где-нибудь займем. А, у меня есть ванпост, который ему нужно занять. Давай к нему съездим. Вон там аж. По карте, видишь? Только надо сначала человеку помочь. Еще один джиггернаут пришел. Чуваки, нужна огневая мощь. На тебе ухалас. Так, а ты их не трогай. Я уже забыл, как приятно играть. Ты ёпперный балет, а. Нормально. Только надо не потом висит. Всех... Медикаменты висят на этом, на плечах. Я знаю, знаю. Эй, Туша, вставай. Забираю у них второстепенное оружие. Блин. Ну, это и нету. Несколько человек стреляли прям с пистолетом. Ну чё, поехали, человеку поможем. Я водитель. Еще пару раз заправить вот эту машину. Да, и эту можно заправить. Можно прям к этому посреднему. Нет, нет, Данил. Там, короче, я не знаю, по какой причине они приоритетность оружия так сменили сейчас. Лучше у них его забрать, чтобы не стреляли только из основного. Там же, блин, 50-миллиметровые оружия были у всех. Погнали человека этого, посмотрим, кто там у них выживший. Там, кстати, куча зомбарей вокруг него, блин. Ну да. Так. Не на нем, да, метка? Там твоя метка стоит. Справа. Это метка желтая, там можно аванпост с едой сделать. Меня оттуда шуганули. Блин, это капец. Не, мы тут, наверное, не поможем ему пока. Поможем, если не будем. Он за нами гонится, дикарит. Не будем шуметь? Просто надо по-тихому подъехать, а не так нагло. И что, куда ты летишь? Я думаю, с другой стороны тогда подъедем. Блин, это капец. Три гнилых тут стоят. Что, аванпост у нас, правильно? Правильно. Кстати, вот незабранные образцы есть. Мы уходили в спешке.
Старее за восстановить клинику, классно. Если с ними подружиться, они что-то будут тоже классное давать. Так, чувак, поговорите с Адамом. Смотри аккуратнее, если он захочет что-то искать, отказывайся. Я спешки попадал, использовал гаражей, бросил там парадный штык. Помоги мне, я в долгу не останусь. Пошли отсюда. Да, пойдем. Куда нам идти, да? Где-то справа, наверное. Нет, 49 метров. Что там происходит у них? Так, сейчас. Это в горах где-то, что ли, не помню? Нет, вон, но сзади. Я понял. Надо через поля к ним туда подъехать. Потому что там толпа, нам не дадут пройти здесь. Поехали. Там гараж обычно. Да я понял, да. Что ты делаешь? Объезжаю эту толпу, чтобы с дороги нас не заметили. Где-то зомбари там внутри, да? У тебя есть огонь? Да. Ну что, открывай дверь, ты кидаешь? Сейчас, да, погоди. Да встать же нормально так. Сразу убегай, вставай. Так, мы на парадный штык найти, ну вот он, один ящик. Looks like it's your lucky day. Fantastic. Иди сюда, блин, фантастик. I owe you one. Я тебе долго удержу это за помощь. If you're looking to add a new hand, I'm available. Пинбол. Не, спасибо, чувак, я тебя принимать не буду, мне пинбольщики не нужны. Хотя он, наверное, прикольный. Мне надо что-то мощное. Пинбол? Выносливость однозначно будет большая. Да, ну, блин. Нужен с кого-нибудь с пятым навыком, хорошим таким. Так, поехали на анпост займем. Там Косторезов надо будет помочь, да? И оттуда, от Косторезов, мы можем по среднику поехать сразу. Забрать у него эти крутые плюхи. Оля, бежит. По сигналям. Я не помню, на X? На Z? H. H, нифига себе. Можно по пути это военную базу облутать, помнишь, которая там? На возле первой базы недалеко была. Он на пути к посреднику будет. Это моя добыча. Пост занимать. А мы задохнем с голода. Огонь загорелся тут сразу. Бочки. Блин, ладно. Комменты кончатся. Сейчас его улучшу.
Че? Умеешь? Че у него за навык? Вот эти девки твои. Крутые навыки. Но умеет делать вот так, оно. А я так не бью почему-то. Потому что это оружейный навык. Сейчас. Бить ногами при прицеливании. Восстановить клинику, нам как раз туда. Она какая-то вообще просто страшная. Она убивает вообще все, что вокруг есть. Получите рекомендации по лечению тени из косторезов и отправитесь на будущее место. Ну, давай сначала к ним. Можем на сердце вот за них уничтожить. Попробовать. Ну, блин. Пока они рядом. Их не сожрут всех? Не знаю. Ну, там дикари, мы от дикарей могли бы к ним убегать, если что. Так, нам дальше еще, да? Нам, ну, можно повернуть, но дальше будет проще. Не надо петлять. Куда? Стой. Куда ты поехал? Что? А, все, понял. Это же лесопилка как раз здесь. Вот тут мне помню. Слушай, не разъехался. Сколько было на прошлой карте? 28, по-моему. Надо тут посмотреть сколько. А ты даже мне. 30 больше? Почему? Что я думаю, 36 там было или 28? Главное, что мы место для базы обезопасили, там уже полутаемся потом. Сейчас надо посреднику нанять. Дикарь. Здесь вот. С тем дробашом, что там, блин, у меня кто с хером патронов, я их насобирал, девать некуда. Вот там будет прикольно ходить. Бесшумный, бьешь с него, все. Дикарей хорошо бить. А правда, патронов мало, блин. У меня все прессы с патронами есть. Не, в самом... Мало в обоями. Дикарина. А, ну мне в дорогу дала пузырек, чтобы я вылечился. Нифига, не прикольно. 6-футовый седьмой рюкзак. И да, есть. Что ты там делаешь? А ты на дикаря метку поставил, думаю, что ты возле него обходишь. Идет. Ах ты ж тварь. Я его ничего сделаешь. Весь он меня сыпанул. Много тут. Еще один. Пришел. Блин, ну ты откуда взялся, гад? Я наверх. Да блин. Ари, сука. Ари. Три выстрела осталось. Take the headshot. Есть. А вот теперь пообщаемся. Заряжусь. Где мощные обезболивающие-то? Это не мощные. Ох, ё, сколько их тут? Жечь надо. Есть чем? Да есть, но только от машины как-то их. Где тут можно скрыться? А, на вот той машине, понял, сейчас. Я к вам туда подбегу. Да уже, в принципе, мы их почти перебили. Так задолбали, не дергаться, их попасть в них не могу. Today.
заколбасили. Теперь надо ехать учиться. Кстати, у меня только вот заражение будет. У меня травмы какого и нет. Так, а куда нам надо? Ну, туда наверх, там. Что-то клинику мы обезопасить. Поехали обезопасим, я думаю, хватит. У меня 2 патрона, правда, осталось. У меня патроны есть. Ну, в смысле, болты еще, я думаю, нам, мы сейчас не будем в жутком замесе участвовать. Да кто его знает, здесь в любом месте можно в жутком замесе. Ну, а покоцали немножко нас. Откуда не возьмись, прибежал. Да не так далеко, кстати. А, я помню эту клинику, мы облутывали ее. Там место, да, она поста была. Что там надо взять? Смеялся, так интересно, зачистить. Тихо, мы можем. Не знаю, я там, пока не... Что там с третьей части? Рабочие молчат? Так, да, никого Данил? Не было, слышишь? Пойдем, облутаем их хату. А, сейчас нельзя лутать их внутри хаты. Мама, если брали эту тему. Хорошее у них место. Вот тут зомбарей полно. Нет, Данил, пока с третьей частью молчок, по-моему. Что там лазит, блин? Да, их сколько забежало. Да блин. Смотреть. Серег, тут этот козел стоял, прикинь? Рычал там этот крикун за дверью. Я думал, гнило или... Не, по звуку я понял, что... О, бегут медики наши. Дождемся их, что ли? О, да. Один мимо пробежал. За ними какая-то толпа бежит, надо помочь им. Ты что тут делаешь? Где четвертый ящик-то? Да блин, что они убивают у одного? Кого? Да блин, медика. А, портсигар могу им продать. Походу мне четвертый ящик где-то снаружи или на лестницу надо лезть. Если хотели, выпустили бы третью часть начала второго. Да, я думаю, там с бюджетом другие. Может, они вообще не разрабатывают. Это третья часть. Я не знаю. Вот вроде ролики видел, но я не видел нигде, где было бы сказано, что это третья часть от этой студии. Ну, может, фейл закинули такой, типа, вот. А вот он, ящик. Опять же, не очень много сил прикладываешь, чтобы развивать эту часть. На самом деле, для, скажем так, инди-студии, которая не имеет огромных бюджетов, контент, который они сюда вводят, он постоянно в тему. Он бесплатный.
И у них еще на следующий год расписан план, что они эту игру будут дальше совершенствовать. Я не знаю, я насчет третьей части. Я видел ролик, да, но я изначально был удивлен, что они нигде этого, кроме как в этом ролике, о нем ничего не говорили, скажем так. Они это еще непонятно кто. Классно, у них тут такие медикаменты. Я еще у них возьму один мешок. Сейчас на спине тащить. Там мои медикаменты лежали еще. Где? В машине. Да там возьмешь, сколько тебе нужно. Еще один мешок. Все, забрал. Что, по посреднику? Блин, а посредника где, где это все? Стой. Мне мест не хватит, блин. Хотя нет, по чему машине лежит? И в машине только эти мешки забиты уже. Так, сейчас это дам, кое-что продам. Да нет, надо ехать в аванпост вот. Тут есть где аванпост поставить? Смотрим. Найдите новую базу, на которой можно будет построить оружейную комнату. Нифига себе, он не метил, да, так, ну, как потому, что, потому что я этот большую ячейку занял, я и там мог ее построить, но я комнату для этих построю. Ну, он видишь, как деликатно тебя намекает. Давай позовем другую базу. Вот ту, самую первую. Там есть ячейка. Да, не, он на полную лесопилку тыкал. Че, куда мы едем? На базу? Ну, блин, наверное, на аванпост, на базу, надо вылечить персонажа. Давай. Хотя у меня три этих есть, можно и заходить, соскочить и к этому. У меня нету три, у меня все забито. Прям полностью. Давай, у меня водитель еще в порядке. Оттуда съездим, с той стороны тогда. Негде построить, все занято темными сердцами. Посмотри, где эти жители. Патроны для жителей нужны, да, это по дороге к этому. К посреднику? К посреднику. Зашибись. Я, по-моему, мешок в багажнике лежит. Ходячий торговец. Один уже был, что-то там у него ничего интересного. Кстати, по дороге. Небольшое осветление сделаем. Заедем, глянем, что у него. Блин, мне патроны надо будет. Чуть-чуть было. И бензин, это у меня вообще плохо. С этим депрессией из-за этого на базе. Вот в этом, где мы сейчас едем, 6 сердец в этой зоне. Я понял, лесопилка. А тут потому что, видишь, достопримечательность, кстати, на этой карте надо посмотреть, что она дает. Метка на базе стоит? Нет, на торговце. На следующем повороте налево надо будет свернуть. Там маленький такой поворотик будет. Вот это, да? Угу. Гниляк идет. Еще. Прикон. Попасть не мог, в текстуру попадал. Все, отрубаешь им бошки. Hi there.
О, это нам бабенция нужна. У нее топливо, зажигалки. Т4. Три мешка с топливом, прикинь. У меня места нет, что брать. И сумка тут какая-то классная. На плечах есть. Там на плечах это одно место. У меня на плечах уже нет места, и в машине нет места. Так, а патроны где мои, интересно? Так. Так, а мы недалеко от нее. Давай, сгоняем, да и все. Чё? Почему у меня там аванпост какой-то? Сейчас сумку откажу. Да я знаю, мне некуда брать. Блин. И пересядь назад. На базу поехали, да? Да. Эта бригада так и ходит, слушай. Не исчезает, никуда не валят. Тут вот куча мест с едой прямо рядом с базой. Стой, я туда сейчас подъеду. Машину повыкидываю, все. Так, ты тут медикаменты забери. Не 8 миллиметровых мало. Не 8 миллиметровых, сейчас надо, сейчас я пресс освобожу, надо сделать. Кстати, они сейчас понадобятся нам очень. Вот тут пекали на 9 миллиметровых патронах. Бесшумный. Толпа такая идет. Да ну ёб красота, что ж ты будешь делать? Патроны придется брать из-за этого. Надо покачать ее немножко, но это получится все поместить. Так. Так. Тебе пресс никакой не нужен? Да, прессы все есть нужные пока вроде. Блин, патроны. Надо взять патронов, короче, из этого и отвезти этим типам, да? Нифига себе, 6 патронов забрал. 5 осталось. Короче, в той большой машине ящик, ой, мешок с медикаментами возьмешь. Тут патроны лежат. Это я их положу для задания. Что мне еще надо? Мне нужно будут патроны еще и топливо. Так, к тому типу поедем, топливо заберем. Купим у него топливо. Сейчас что-нибудь продам. А, ё-моё, я думаю, что у меня-то не получается. Все, теперь понял. Офигеть, тут всякие. Смотри, дровяная печь, она же дает в эту. Поют? Да. Да елки зеленые. Куда ее поставить-то? О, да. Кровати поставлю. Что еще ему продать можно интересного? Брусов, чему не так-то много осталось? Так, он, блин, пес устал, водитель устал. Ладно, понял. В руки ему что-то мощное, вот браунинг, наверное. У него песов навыки не очень хорошие, поэтому.
прицепились к ним. Не сочетающийся вот особо. Вот это возьму. Что за базой появился? Да вы что? Так, 9-миллиметровые появились, но пока нет патронов, чтобы их поделать. Все, можно ехать. А может, ты будешь у него покупать что-то? Или у тебя пока не на что? Не знаю. 2000 есть у меня. А, ну, сейчас что-нибудь наберем туда. Нечего продать, ну ладно. Скопления появились. Что происходит? Я на карту посмотрел, открываю, тут все дымится уже. Это машина хлипкая. Мой день. 28 дней спустя. Сумку в сумке порыщу. Как раз он продал. Well, it's something. I got some stuff to trade. Sure, sounds good. Ничего не будешь брать? Я жду, куда ты закупишься. Я только бензин скупаю, так остальное мне зачем. Ну тут, видите, надо тоже его набирать. Можешь забирать, что там нужно. Я, если топливо надо, возьмешь. Я три мешка взял, короче. Остальное, смотри, там все четыре есть у него. У нее. Вообще на все четыре, что мы с ним делаем? Все сам отчить. Когда не будет вариантов. Надо посредника занять. Let's make a deal. Of course. Все, да, что-то вот коня. Устройство для приготовления коктейлей из зажигательных смесей. Ну, давай возьмем, чего нет. По мне так бесполезный навык.
Ну а что она дает, надо почитать. Она просто мне не все показывает. Написано, быстро, что... эффективно заполнение бутылки. Установить это улучшение, чтобы ускорить производство коктейля заливательности. А что значит ускорить? Я вот тоже не понял, как ты их ускоришь. Может, они дешевле будут? Поехали. Единственное, что приходит в голову. Через базу завезем свои до посредника. А, ну и до этих людей, да, жителей. Которые просят патроны. Вот они, да. Может, они что классное дадут. О, у меня тоже с прицелом. Класс. Это классный арбалет. Ой, это пистолет. Он топливо оставил. Одно здесь будет лежать. В махине. Так, что, мне только боеприпасы, да, стали? Да. Место под эти, под посредниковские подарочки оставь. У меня вообще пусто в руках. Серьезно? Это он так вот приближает? Нифига себе. Сейчас. Блин, 2000 влияния сейчас потрачу. На улучшение вам поставь. Офигеть. Это уже какой день вы выживаете? 28-й это. Сейчас. Че, поехали к посреднику? Да-да-да. Я, да-да-да, сейчас я включал тут. Всяких штук там у меня играют. В карты. Моют туалет. Настроение все хорошее. Надо, наверное, починить машину, да? Жителям все еще нужна ваша помощь. Поехали. Там до посредника рукой подать. Капец. Че? Че, не видел их? Да я на карту сейчас смотрел. Налево, по дороге. А что там было? Опять техниляки толпой стоят прям. Я тоже так за уголком. Но они не в прям кучей стояли, а так еще. На удалении равно. Треугольничком стояли. Сети раскинули свои. И руки расправили, да, еще? Типа иди сюда. Так, тут? Да, походу здесь. Опачки, к ним заехать. Вот заезд, да? Нифига они поселились, вот заезд. Какой интересный. База такая интересная. Такая, на нее дороги нет, видишь? Подожди, а мы, по-моему, что-то тут порастревали. База? Нифига себе. Да, тут база, мы стревали, когда с этими бились. С группами в конце игры. Военный он бегает. Слушай, ну, логично. Мы с вами с ним не знакомы, нам нужна помощь. Можете пойти с патронами? Да, конечно. На. У них еда есть. Удачи тебе. Вести торговлю, еда, бензин. О, это все надо забирать. А, у меня же влияния нифига нет. Бензин я возьму. Посредник теперь на очереди. Страйкер, тут тайник с лутом. Надо с торца зайти. Да, я помню, здесь что-то было.
Давай глянем. Торец. О. Бля. И да. Какой-нибудь особо злой зомби. Такой звук здесь. Спасибо, Страйкер Лонер. А, ну тут пекарь, короче, нифига себе. Пистолет автоматический. А, ну-ка сейчас. Я не люблю автоматически, если нельзя переключать режим пистолета. Слишком... Можно, можно. О, ёханый бабай. Да он мощный. Этот я себе прям себе ставлю. Пользоваться им. У него глушитель продвинутый и прицел. И можно очередь включать, либо этот, одиночки. Слушай, а на очереди, я помню, с этим расправился. С дикарем быстро так. Спасибо, Страйкер, за подсказку. Я с дикарем хорошо расправился на три выстрелах, когда по три стоят к очереди. Можно направо по дороге, в смысле налево по дороге. Вот это ехать. И мы выйдем на дорогу, которая... Налево? Ведет... Да, налево здесь. И мы выйдем на дорогу, которая ведет... Короче, развилка будет Т-образная, налево повернешь. Блин, ночь такая грязная какая-то. Да, зелененькая. Зато светлая. Ты куда? Да блин, не хотел в толпу уезжать. Мало ли кто там вылезет ее. Так, мы сердце нашли. Налево. И вон там в поляне он. Мимо него будем ехать. Там толпа будет, правда, недалеко от него. И гниляк вот. Налево на было, да? Не-не, вон он, сзади нас. Подожди, это моя метка. Вон он стоит там. Прикольный пекарь в тайнике был. Бегуть. Ой, ну давайте разделаемся с вами. Уборка туалета выполнена. Да вы серьезно? Только что вам патроны отдал, алло. Но они могут дать всякую тему прикольную, типа поддержка там этого. Ух ты. Собрать материалы, давай возьмем задание. Или что вот это? Убить зедов с захватом. Ух ты. Какой прикольный револьвер. Да. Ты покидал их. Кого? А вещи он. Это не... А, подожди, это мои... Уже поздно. Я к ним уже привык. Почему он мне не дал взять? Потому что у меня рюкзак, что ли, полный? А что у меня там такого-то? А, пистолет у меня там. О, все. Все. Так, бесшумный, прикольный дробовик. Угу. Что там, какие задания будем брать? Стрелять гениальков из арбалета. Прикольный нож из рога. Во втором. В наборе закутайся. Закутайся. Так. Давай вот это, собрать материалы. Все лутаться бум соберем. Автомат классный просто. Лера Ванькова, хай. Привет, Лера. Это какой ты мне сказал? Это первый набор Трамблвелли. Автомат под 300, который находится. Он с прицелом, все классный, одиночный, автоматический. Будет ли сегодня калибр? Не, уже поздно калибр. Может, собью задание, заду там не больше. Я не понимаю. Автомат, набор Трамблвелли, самый крайне левый. Под заданием на 300 есть автомат. Собрано материалов 4. You had best be well prepared for this. Застрелить одного крикуна из арбалета пригнувшись. Это что? Это шутка, что ли? Прямо под этим автоматом.
А, винтовка. А у меня не написано, сколько. У меня просто напрягнувшись, и дальше не видно. А, стоп. Это сколько раз выполнено? Два у меня написано. Так. Трех крикунов надо будет. Дать напарников убить захваченных зеда. 8 штук. Это легко. Ты какие хочешь брать? Да вот машину можно, вот этот автомат под футболкой, можно сразу пойти выполнить. Прям сходу здесь. You had best be well prepared for this. А еще какие будем убрать? Ну, я взял все, которые были рядом. Не, ну подожди. Долго выбирать, что-то выбирать. Вот два автомата и винтовка. А, все, я взял. Вы сейчас его выполнить сразу вот это с автоматом? С автоматом это у нас охваченных. Я вижу одного. Их надо 8, да? Да их тут побольше на поле. Раз. Крикун там из арбалета. У меня арбалет с собой, крикун там лазит. Да, у тебя арбалет с собой? Да. Там вот крикун лазит На поляне. Тут до хрена. А вон еще впереди. Блин. Похищение века. Да блин. Что? Чё, не слышал? Так, тут еще бежал, нет? Нет. Он на дороге еще нет. Не, дикаря не слышал, кстати. Почему? Я слышал. На горах любят улазить. Он там, скорее всего, в этой толпе будет. Так еще троих, да? Ну вот, давай этого. Давай. Вон слева еще. Одного. А, двух надо. Вон крикун сидит, стоит. Где? На дороге дальше. На дороге дальше, вот там. Увидел? Да. Сейчас поменяю оружие. Давай его завалим после этого. Одного из этих завалим. Вот. Арбалет, они ж не услышат что-то. Не, одного нам надо еще, чтобы убить. Я знаю. Тебе мешает завалить. Или ты не брал его? Брал. Так, что, пойду я завалю его тогда. Есть один крикон. Все, места сейчас не будет. We ought to clear out some infestations. They're just going to get worse. Пошли, там рядом с посредником был еще один крикун. Да. Ближний бой с него, да, получается? Угу. У нее. Нет, у нее ближний бой мощь. Так она тебя бьет с налета. Или это... А, ты двумя ногами ударил? Не ударил, не успел, не толкнул. Так, что ты мне тут даешь? Sure right. Не приближает. О,
Вот это все три режима. Так, где-то он был. Вот по прямой где-то ходил. Ёбаный бабай. Он там дальше ходил. Прикинь бы мы ехали тут. Понял, ага. Видишь? Нет, пока не вижу, в красное все, блин. Ну вон он, правее нас. Блин. И тут все в тумане, блин. Как его можно не видеть? В облаке в этом. Вот где вышка вот эта. Ну, да, вижу, башня, вижу, вижу. Башня силосная. Есть. А еще где-то здесь ходил, вот на озере прям. Не, не с ними он ходил, вот отдельно был тип. Тут далековато. Пойду поверх пройду. В темноте, пробую найди. Куда он смотался? Может, это он и был, к ним присоединился? Да он один находился на пути. Он откуда-то он ушел. Что-то его нет. Здрасте, Юля. Пиши привет, Юля. Здрасте. Не вижу его. If we get any more Zeds moving in around here, we might want to move out. Да. Ну реально не видно его. Дикарь. Тут толпа ходит. Нет крикуна там. Тут не один, тут три. Нехрен тут делать. Не послушал с меня. Кто? Юля пишет. Че ты говоришь, там ходит? Там три их крикуна этих пикаря ходит. Не надо там лазить. Пойдем задание тогда возьмем. Да блин. Я не послушал тебя. Почему? В чем? Так, какое задание мне взять? Мы все повыполняли практически. Давай ножик возьмем вот этот. Застрить или кайзер балета. Два штуки. В следующий раз сделаем их по-быстрому. Предлагаю написать в описании или название стрима, сколько дней уже выжил при этом предыдущего стрима. А я на каждом же говорю. Но в принципе ты думаешь, типа это завлечь. Да не знаю, на какое-то еще задание говоришь. Где тут застрелить? Второе задание. Второй набор. Второй набор, там ножик такой под сотку. Вот там. Поехали на базу. Будем заезжать к патронам. А подожди, ты на крикуне метку поставил сзади. У меня я нет знаю. Патронов с собой. Я же ему отдал патроны. Я бы включил вот свет. Еще эти лазят, блин. Можно выполнить сразу, вон два ходит. Да, вижу я. Давай, врубай свет. На, не будешь? Не. Так, застрелить из арбалета огняряков. Stay back from the stink.
Где второй-то? А, вон. Есть. И поехали забирать. Да, блин, надо добить уже этого. А он тут недалеко где-то. Вот ты на карте вот отметил? Я знаю, он 250 метров был от нас. Бегут. У нас 28-й день выживания. Все пока нормально. Кто такой? Легендарное сообщество. Работают профессионалы. Ну как-то. Здесь в машине, по-моему. Ну, только одно место осталось. Чтобы взять. Блин, с ним поехали. Поехали. Ладно. Мне вот интересно. Чуть-чуть интересно. А, предлагал написать в описании. Так, это в предыдущей стрима. В описании просто, ты имеешь в виду, не в превьюшке? Да, опять эти порно-рекламщики пришли. Куда мы поехали? Я не знаю, я поставил. Назад, это... назад надо. Он мимо беспорядков. А что это такое? Узнайте, что происходит с выжившими в красной ферме, на красной ферме. У меня нет энергии, чтобы узнать. Поехали там на базу. База вот здесь. Ты синюю поставил. Сейчас проедешь прямо и направо, куда на дорогу выйдем, направо. Баговались машины по этой ЖД путем. Дорога была. Смотри, какое интересное место я нашел. Да. Сейчас вылезу, посмотрим. Лагерь какой-то. Пипец, он промахивается. Что там было, что-то интересное? Ну и все. Арбалетные болты и зажигательная приманка. У меня болтики эти. Чё ты кинул только? Приманка. Пусть поиграются, пацаны. Там внизу был это, да? Гнилой. Куда ехать? Не знаю. Вот поехал. Давай вот сюда едь, вот на метку. Там дорога. Я в темноте плохо ориентируюсь на незнакомые карты. Прави. Тут, так, тут прямо едь по дороге по этой, да. И потом на повороте направо. Можешь по дороге ехать, чтобы не сворачивать уже. База слева, да? База будет на твоей метке на синей. Да, слева база, вот она уже. Тры! Гнилой! Еще гнилые! Надо быть шумахером, чтобы в них не въехать, блин. Бегут? Не знаю. Хочет рабочий, да, ваш это испытать. Какая там толпа. Нападение зомби на базу. А, кстати, этот дробаш же не ломается. Вроде как. Сейчас
Сейчас патрончиков-то наберу для него. Смотрим, какие они мощные, эти зомби. 7 для него сделали, а было 4 раньше. Так с 7 еще нормально можно. Так. Модераторы куда-то все убежали. Короче, никто не хочет этих. Рекламщиков банить, да? Рекламщиков, почему вообще? В чате там, блин, всякая шушера заходит. Начинают писать всякие гадости. Ну, нормально, у него средняя дистанция. Он неплохо бьет. Help. И бошки сносят. Кучненько. Сейчас мы их тут наколбасим. На колбасу. О, Джаггернаут. Здорово, здорово. А что там, кто-то бегает? А, не. Я думал, уже кто-то глупость имел выйти туда. Ты что творишь, алло? Идите от него. Бля, он его хватает. И все, блин. Чёлка моя. Они все внутри там стоят, поэтому никого тут нет. Ну я помню, что в плане обороны мне пожарная часть совсем не нравилась. Доступ к обзору с вышки не очень. Да, да, да. Подступ хороший, а вот здесь. Hey, save your ammo for the next fight. Так, сейчас обустреляю, никто не заразился там. Я, честно говоря, лучше поставил бы здесь вышку. У меня лидер не тот. По-моему. Да, обычную вышку. Как она стоит? Еще одну, блин, что ли? Она имеет плохой взор. Да елки, что так патрона была сотка, стало вообще меньше намного. Ну неплохо, ладно. Что, давай заканчивать? У меня тут персонаж тренируется. У меня вот он наверху типа отжимается. Прихожу, они там отжимаются у меня. Воу, все заиграли. Павчик приготовится сейчас так. И что у меня? Сон... Я вам пост у меня улучшился. 6 еды в день. У меня плюс 3 еды в день. Все отлично. 6 еды в день плюс. И теперь плюс 3 еды в день. Сейчас я закончу. Ну что ж, ребят, будем завершаться мы на сегодня. Спасибо всем, кто сегодня забежал, поддержал наше прохождение. Напоминаю, у нас идет прохождение на 100 дней выживания в кооперативе. Базу мы, в принципе, обустроили. Теперь остается, наверное, следующий этап будет. Это уничтожение вот этих 3 скоплений, 4 даже. И, видите, смертельная зона что дает. Вот эти все здания уже у нас не имеют лута. Полгорода, короче, пустого. О, спасибо, Юля, за бульбенила Валерию. А то раз это расслала тут свою рекламу непонятную. Кстати, здесь где-то сердце вот тут, наверное, вот здесь, наверное, где-то вот тут где-то есть. Непонятное. Тоже надо его будет убивать. Вот. Ну, в следующем стриме, наверное, будем... Все-таки облагораживать базу, усилимся и будем потихоньку истреблять сердца. Мы уже 4 из 30 убили. Надо будет этим чувакам патроны отвезти, хотя у них и так мало. Вот.
А что, зачем я на него метку поставил? Ну, кое-что тут пообнаружили. Надо просто съездить на отдаленный район и потом с вышек посмотреть. Смотрите, ну, смотровых. Сейчас у нас не было на это времени просто. Аванпост дает для спальных мест и боевого духа или обороны. Нифига себе. О, это классный аванпост. Нюхол, церковь. Надо будет его занять. Займем в следующий раз. Ну, как бы, когда уже к этому делу приблизимся. Здесь у нас 4 сердца. 3 вот этих, а еще где-то одно спрятанное, да? Ну, может, где-то здесь, вот, может быть. Так что, да, вот этот городок тоже надо будет очищать. Ну, для начала мы облутаем все, что у нас. Вот прям под боком у нас тут куча всяких приколюх. Еды у нас хватает, да? Боевой дух тоже энтузиазм. В принципе, можем даже игровую комнату убрать пока, да? И сделать вышку. Сделать вышку, чтобы оборона базы была лучше. Че он такой беда, без этого свету в каком-то странном. А на базах сейчас вот так светло, классно и прикольно. Даже если у вас нет электростанции. Так что вот так. Ну, в принципе... Да, можно, можно. Вышка, вот она, да? Стоп, где вышка-то? Была же вышка здесь. А, вот она, вышка. Ну, вообще, по-моему, где-то вот непонятно где. 3 вооруженных охранника без расходов. Разведка с крыши. 3 вооруженных охранника. Да, лучше 2 вышки поставить по краям базы, получается, не буду, да? И они будут с этих вышек всех лупить. Ну, а сегодня, в принципе, мы задачу минимум выполнили. Очистили свой городишко от сердец. А дальше пойдем планомерно все это дело истреблять и облегчать себе жизнь. Но, как говорится, с каждым днем будет все сложнее, поэтому посмотрим, что из этого выйдет. А нож из рога уже можно было забрать. Интересно. Ладненько. На сегодня со Стейт оф Дики у нас все. Всем пока. И увидимся на следующем стриме. О, Митяй, Митяй, привет, привет. Я почти успел, да-да. Спасибо, Митяй, за закос. Я уже со всеми попрощался. Еще раз всем пока. Спасибо, Митяй, что добежал. Увидимся на следующем стриме, ребят. You notice the creeper, right?